От Кузоватовской до Промышленной Сергей Морозов вместе с первыми лицами города прошелся пешком. По пути общался с гражданами и успел посмотреть на показательное выступление юных борцов. Поводом для рабочей прогулки стали обращения жителей Засвияжского района. По дороге в 35-ю школу, например, просел асфальт. Дети с наступлением осени и ранней весной приносят в школу не только тетрадки, но и слой грязи на подошвах обуви. И пока юные жители не могут активно выражать свою гражданскую позицию, за ребят вступаются взрослые. Неужели к школе нельзя проложить, пусть не дорогу? Ну хотя бы такую хорошую тропинку, чтобы дети вот не по этой грязи шли. Я говорю, ведь все в школу тащат, всю грязь. Этот вопрос губернатор поставил на контроль и обещал проложить тротуар. А вот эспланадой на Промышленной, построенной в прошлом году, местные налюбоваться не могут. Прогулочная зона объединила многих жителей района. Ходим, гуляем, это вообще что-то. Очень хорошо. Вот каждый вечер идешь, прям радуешься. Дружинники дежурят, никаких безобразий нет. Прям очень хорошо. Вы знаете, вот наш дом, вот этот дом, прям ходим, вот друг с другом уже здороваемся, с бабушками, как будто не знаю, какие друзья. Большой популярностью последние годы пользуется хоккейный корт во дворе дома номер 28 по улице Промышленной. К зиме коробку реконструируют, добавят раздевалку, а вокруг улучшат освещение. Ну мы же все вот там занимались, там, я в Кендяковке, там у нас стоял какой-то там сарай. Мы заходили, нам самое главное, чтобы, так сказать, не высунуть. Можно было там переобуться, можно было, так сказать, в конце концов сумку бросить, там, валенки оставить и пойти. Как напутствие, губернатор посоветовал жителям района активнее участвовать в городских и региональных программах. У нас огромное количество программ, которым мы выделяем деньги. И на малые формы, и на озеленение, и на благоустройство, и на замену вот этих всех там подъездов. У нас специальная программа есть, замена подъездов, там и дверей, и окон. В них надо просто участвовать. Еще одна задача, по мнению экспертов, омолодить институт старших по домам. Старшие по домам должны быть более смелые, больше иметь прав и получать какую-то мотивацию дополнительную, финансовую в том числе, чтобы нам было с кем работать, было кого выводить вперед, соответственно, в так называемом социалистическом соревновании районов и округов. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ул Правды ТВ.